Один человек погиб, и 8 других получили ранения в результате обстрела азербайджанской деревни Чеменли со стороны Нагорного Карабаха. Об этом заявляет Баку и обвиняет военизированные формирования автономии, которую поддерживает Армения, в нарушении достигнутого 5 апреля перемирия. Также азербайджанская сторона сообщает о серьезных разрушениях более 50 зданий в результате обстрела. Представители Минобороны Азербайджана заявили о том, что сепаратисты нарушали перемирие 117 раз с использованием тяжелой артиллерии. Причем целями были гражданские объекты. Деревня Матагис в Нагорном Карабахе стала мишенью обстрелов со стороны Азербайджана. Причем, как видно на видеокамер наружного наблюдения, стрельба велась по жилым домам. По заявлению Баку, на этих территориях нет мирного населения. Армения говорит о постоянном нарушении перемирия со стороны Азербайджана.